Ребята, всем привет! Сегодня мы посетим заброшенную общагу. Я тут был два раза. В прошлый раз, когда я сюда приходил ночью, увидел странный объект. Ну, короче, в комнате там вдали был какой-то комок. И, типа, я не понял. Мы были с Серегой, там был какой-то комок. И, типа, там кто-то спал или нам это показалось. Вот я сегодня пришел с Димой просто посмотреть. Может, он и сейчас, этот объект там есть. Или нет, просто реально мне это такие вопросы задаются. Мы заметили, когда сюда зашли, какие-то два субъекта, которые сидели там, типа, возможно, наркоманы. То есть мы будем сейчас аккуратно пробираться в подвал и посмотрим детально. Так что приятного просмотра, друзья. Вот реально мы в подвале сейчас. И какие-то трутся наверху. Два мужика. Ну, мы решим сейчас пройдемся туда дальше. Посмотрим, кто там есть или нет. Еще. Возможно, эти два мужика тут живут. Там на улице было два человека. А потом еще два подошли. Осторожно, вот это. Хорошо. Так, есть. Идем дальше куда-то. Там не находится комната. Дверь закрыта. В прошлых видео, когда я тут был, она была, эта комната открыта, тут ее запилили. Вообще, полностью. Там находилась. Вот так мы идем. Нет, короче. Вот это есть что-то. Типа ручки. Так, самая главная комната тут была. Там есть какой-то комок спал. Тут никого нет. Вот тут спал кто-то, да. Точно спал. Я сюда зашел просто. Да по запаху чувствуется. Что точно кто-то живет. Просто реально я посмотрел тут. Возможно, знаете, комок такой просто был. С белья этого. К сожалению, тут никого нет. Пока. А ночью сюда точно приходит, по факту. Я просто вот решил, реально у меня детские статьи эти. Что делают детские эти здесь? Я понял тебя. Типа бомжи с ребенком, возможно, да? Ну, блин. Всякое может быть. Мы тут были в Черни в последний раз, когда я оглядывал такой, ну, вроде ничего не изменилось, но все же. Кошелек. Братишка, идем, проверим, покажем ребятам ту дверь, которая закрыта. Возможно, выводит на улицу, возможно, нет, я не знаю. Давай.
осторожно только. А то мы тут такое ощущение, что не одни. Насколько мы помним, что это подвал, да, ребятки? И отсюда не выводит дверь, как бы, по идее, на улицу. Ну, по логике, да. Давай посмотрим. Смотри, брат, видишь? Все заросло, непонятно, видишь? Возможно, там выемка за кустами этими. Но туда не проберешься, не знают, что делать тогда. Какие-то как окна. А может и дверь где-то? А? Мне так тяжело тебе сказать. Туда никак не пролезешь, да? Ну да. Просто сильно. Понимаешь? Много. А. Типа. Здравствуйте. Да. Видите? Ну да. То есть ребята, кто знает, возможно, не знает, возможно, какой-то подземный уход этот вел, а возможно, банально на улице, просто реально мы сейчас не можем проверить, потому что тут много народа. Ну да. Мы будем отсюда уходить. Да, тогда прощаемся. Да, там, короче, попрощаемся. Угу. В общем, ребята, проверили мы эту заброшку, я думал, реально там кто-то спит, возможно, мертвый человек, типа, потому что сколько мы с Серегой туда приходили, я один раз приходил, там кто-то типа спал, силуэт. Сегодня пришли, его нет. Ну, видимо, мы ночью приходили. Возможно, он просто там спал, конечно. Но мне этот вопрос так тревожил. А насчет этой двери, я не знаю. Может, когда-то потом еще разберемся. Просто реально хотел такой видос заснять. Видим, видели тех мужиков, реально застремались. Потому там что их... Человека 4. Человек 4, я не понимаю. В оранжевых этих, возможно, какие-то строители. Возможно, какие-то тоже такие личности темные. Такое вот. Ну, ничего страшного. В любом случае, всем спасибо за просмотр, респект за поддержку и до скорых встреч на просторах YouTube.